привет! Вы на канале «Готовим дома». Сейчас я хочу приготовить вкусный салат с крабовыми палочками. Для салата крабовые палочки мне нужно нарезать ломтиками. Сваренные яйца мне тоже нужно нарезать кубиками. Добавляю яйца к крабовым палочкам. Сваренный в мундире картофель я очистила. И сейчас мне нужно его нарезать кубиками. Картофель я нарезала, и сейчас я его добавляю к салату. И добавляю к салату немного зеленого горошка. И все нужно тщательно перемешать. Я добавила сюда немного майонеза и перемешиваю. Добавляю к салату немного соли по вкусу. И добавляю черный молотый перец. И все нужно тщательно перемешать.